94-е. Einstein's favorite. Einstein's. Что-то нам дедушка Альфред задумал. И чё здесь? Здесь выход и дискетка. Дискетка и выход. Ё-моё, что тут за ужас? Господи, это боже мой, что тут творится? Пятьдесят штук надо, да? О, я нычку нашел. Отлично. 50 штук надо. Сколько тут этих чертовых электронов? 5, это 49. Правильно считаю? 1, 2, 3, 4, 5, 49. Еще плюс здесь надо, да, скушать. Ну, давайте вообще подумаем, какой тут расклад. 6 дискет нам дали, да? Одной мы можем вытащить один плекс. Одной мы можем взорвать выход. Того 4 остается. Одной мы можем здесь запустить цепную реакцию. Ой, подожди, 5 и 9, 45. Да, это ж... Что-то я топлю. Это ж 45, я считать разучился. 7, 8, 9. Блин, ну что тут за опять фигня какая-то начинается? Пять дискет на 5 электронов, да. Но на выход не обязательно тратить. На выход можно камень сюда уронить. А сколько камней у меня? Вот здесь. Камней 2, 4, 6, 8, 11, да? Нормально. Да-да. Псевдорандом. Function return random number. И у нее в коде просто одна строчка return 4 и комментарий. А число 4 выбрано честным броском кубика. Такая программерская шутка. Нет, она так не подорвет. Если на нее сверху уронить сейчас камень, она его откроет, но не подорвет. Ой, один улетел. Ну и пес с ним. Как нам теперь все это взрывать-то, я вот что думаю. Уже, конечно, было что-то похожее. Будем отсюда взорвать. Он у нас поедет вниз. А, стоп, стопочки, стопочки, стопочки. А их же надо, получается, взрывать еще не просто так, а взрывать здесь.
Ядрить, колотить, да вы вообще какие-то извращенцы. Надо, получается, электроны взрывать здесь, чтобы ими высвобождать плексы. Больные, что ли, я не пойму. Вообще, что ли, наглухо. Даже он вообще сюда заедет, не заедет, я что-то не понял. Такое ощущение, что он сюда не заезжает. А, я там по кругу, что ли, проел? Ё-моё. Да, я тут по кругу проел. Ну, всё. Ну, камни, по идее, надо вот так растаскивать. Это куда-то туда. Понятно, короче, надо заново. У Эйнштейна, помню, была какая-то задачка, которую он говорил, способна решить что-то около 1% населения земного шара. Насколько я помню, она там про дома, кажется, была, и вроде бы я ее решал. А, без ручки бумаги. А. Возможно, я таких тонкостей там не помню. Так, первый камень мы вообще как бы можем и так уронить. Теория. Так, как камни расставить? Мне, во-первых, нельзя проход зацикливать, чтобы они не остались как бы на острове. Так, фейспалм. Значит, что-то уже не так. Ладно. Электрон дискеты? 9 плексов с него, что думать? У него стандарт 9 плексов. Как они расположены? А, не так расположены. Нет, надо, знаете как, надо вот сюда ставить камень. Вот так придать проход. И вот здесь стоять ждать, к примеру. А и здесь проход зациклил, нет? Ай, ё-моё, я чё, проход зациклил? А, нет, я же справа его не проедал. Я же здесь его не проедал. Нет, не проедал. Так. В принципе, мне вот эта часть как таковая не нужна особо. Ну, условно, давайте хотя бы на одной проверим, просто как это работает. Попытаемся. Идеально мне надо взорвать здесь, чтобы освободить плекс и не выпустить ножницы. А, нет, здесь я не могу взорвать. Тогда 6 будет. То есть здесь все-таки придется взорвать. Значит, ножницы придется выпускать. Привет, Катран!
ты немножко опоздал, пропустил просто эпичнейший уровень, на котором я чуть седым не стал. Да, разминаю. Так, так, так. Так, допустим, тогда здесь надо взорвать. У-у-у-у, надо сюда камень как-то притаранить. Как туда камень притаранить? Пока просто один попробуем взорвать. Плевать, что мы запорим все остальные камни. Ну, к примеру, так, да? Нам надо вообще, по идее, 1, 2, 5 камней, да? 5, а я смогу 5 вытащить? Допустим, 2, 3. Да, в принципе, смогу. 4. Там ниже можно 5 как-то. Оп, где-нибудь вот здесь. Так, ну, допустим, к примеру. Четко вообще. Ножницы освободил, а плекс нет. Ну, вообще, в принципе. В принципе, идея неплохая, только реализация подкачала. Езжай, друг, на свободу. Я освобожу вас, ножницы, и тебя освобожу. Ай, а тебя, вот тебя хотел освободить, не получилось. И тебя освобожу. Езжайте, мои сладенькие, катайтесь. Резвитесь. Наслаждайтесь жизнью, пока вы молодые. Я вас так люблю, ножнички. Я вас так люблю. Я что там зациклил? А, я же зациклил, да, они все теперь там больше не катаются. Что ты завис, друг? Давай я тебя освобожу. А, все, тебя уже освободили, да? Нет, тебя не освободили. Давай я тебя освобожу ценой своей жизни. Все, катайся тоже, резвись со своими друзьями, братьями и сестрами. А я пойду проходить уровень заново. Текс, думаем с нуля. Чтобы в конце не было обидно. Так, теперь как быть? Надо один камень сюда. Плюс проход вот такой. Один камень сюда. Плюс проход такой. Один камень сюда. Плюс проход. Дальше сколько всего-то? 1, 2, 3, 4, 5. Да. Надо камни расставить. Без дискеток пройти можно? Ну, может быть. 300 рублей на прохождение без... Ты имеешь в виду без красных, да? Я правильно понял, что ты без красных имеешь в виду?
Дай подумаем. То есть только с одной красной дискеткой, да? С одной красной дискеткой. Так, давай подумаем, подумаем. Это интересный челлендж. Хотя я пока еще не прошел. Слушай, давай знаешь, как сделаем? Давай я сначала попытаюсь пройти просто, ну, используя все средства. А потом я отдельно подумаю, может быть, действительно стоит попробовать принять твой вызов. Окей. Профит, договорились. Окей. Договорились. Так. Пойдем скушаем дискетки. Господи, чем мне эти 300 рублей? Там дело так просто. Челлендж пройти. Так. Не связался бы с ним. Да посмотрим, посмотрим. У меня тут есть определенная идея, как это проходить без дискет. Сначала пытаемся с дискетами. Ой, блин, первый-то надо было скинуть так. Забыл, ну ладно. Ой, я случайно выход не запорол. Нет. Так, так, так. Единственная проблема, они же теперь, блин, по кругу здесь будут крутиться. То есть надо... То есть справа не надо. Вот здесь вот, вот этот туннель не надо делать. Тогда все окей, в принципе, по идее. Ставим камень, выпускаем, взрываем. Потом ставим следующий камень, выпускаем следующий, взрываем, да. Сейчас все будет. В лучшем виде. Текс. Прокладываем инфраструктуру. Едем за дискетками. Так, теперь вот так делаем. У нас их 6, правильно? Правильно. Так, теперь делаем как? Сейчас. Так. Так, да. Да, правильно. Так, и... Ой. Ну, не смертельно. Так, сюда падай, да? Да, можно даже вот так сделать, чтобы он сразу сюда упал.
Так, она у нас поедет налево. Давай, чтобы она там слишком далеко не ездила. Вот, вот так сделаем. Эту, в принципе, центральную часть вообще можно проесть. А, кстати, может быть и нельзя. Потому что там камень будет сверху падать. Вот так поставим. Езжай, электрончик. Так, тут главное взорвать его правильно. Ждем. Он уже едет. Перфекто. 3, 6, 9, да, все правильно, 9. Next one, please. Так, ну тут уже, по идее, взорвать надо. Это прокушаем, чтобы нам не мешало. Чтобы меня случайно не схавали. Мало ли что будет с ножницами. Так, вообще знаете что? Мне же ножницы... А хотя нет, нормально все. Я их просто не буду выпускать пока. Так, так, так. Сюда, да? Так, отлично. Езжай с миром, электрончик. Перфекто. Белиссимо. Да, вот так сделаем. Ждем. Браво, белиссимо. Так, теперь здесь. Две дискетки, два электрона. Двое ножниц. Что же он будет делать? Взорвет ли он себя дискетой? Сидят ли его ножницы? Упадет ли ему на голову камень? Обо всем этом вы узнаете в следующем выпуске. Текс. У меня же выход уже открыт, правильно? Правильно. Текс, в каком порядочке их бы выпускать? Вообще, конечно, можно их... Что сделать, чтобы они мне не мешались.
Хе-хе-хе. Пострадаем, фигня чуть-чуть. Ой, да, посмотрел чат. Вот профит, опять все, ты во всем виноват. Так, сейчас чатик надо посмотреть. Ставлю 2 пеки, что будет еще минимум 5 смертей. Тараун, с тебя 2 пеки. Не, подожди, у нас же курс не отношение 1 к 1. У нас, я не знаю, где-то 1 к 3, я думаю, как минимум, да? С тебя, ну, 6 пек минимум. Так, уровень 95. Good luck. Удачи, да? Ага, понятно, да, я понял намек. Что тут случилось? Ага. Так что ли надо? Спасибо, Катран. Так, ну допустим, если я это выпущу, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ну, вроде нормально. А, нет, четвертый же еще упадет. А четвертый уже не есть гуд. Он здесь останется, потому что в конце. А как тогда вот этот плекс доставать? Ладно, подумаем об этом на досуге. Дискетка? Да не, ну может быть, конечно, но что-то мне говорит о том, что навряд ли. Дискетка здесь дали. Да не удавится скорее, чем дискетка дали. Так, ну и чё? Так. Ага, туда надо снизу как-то пролезть, да? Ну тут фиг его знает. Он... Чё там дальше? Ну... Ой, стоп, а там снизу еще проход есть? Ё-моё, я это не заметил. Ну ладно, давайте скинем. Посмотрим, что там внизу. Ага, понятно. Так, 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 так. Одни камешки, да, шикарно. Надо было здесь выезжать, да? Приезжать. Ладно, попробуем. Ой, я, наверное, зря. Ну ладно, не важно. Так. Что если здесь поехать вниз? Мы запарываем плекс, да? Ну, тоже неплохо. А, стоп, а я здесь и не могу проехать на самом деле, оказывается. Так, понятно. Что ничего не понятно.
Так, а я там... Так. Так, так, так. Ну да, так можно. Давайте попробуем. Ой. Ладно, заодно посмотрим, что получится. Ничего хорошего не получится. Окей. Так, я что хотел-то? Ну, не совсем так. Немножко по-другому. Вот так хотел сделать. И что мы имеем? А вот что мы имеем? Мы имеем проход. Как вам такой вариант? Так. Если я туда, допустим, так. Понятное дело, что здесь плекс, конечно же, будет. Так, так, так. Ну, их можно так скушать. Можно сюда. Можно сюда. Можно вот так обрушить, допустим. Просто для эксперимента. Так, так, так. Ну отъехал же налево. Ну что ты застрял, ты толстячок? Так, еще раз. Скушали. Можно на всякий случай вот так сделать. Вот так. Чтобы вообще по фэншую. Еще и здесь был проход. Везде сделаем проходы. Так, так, так. 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 Так, так, так. Допустим, да? Но все-таки загадка тут как ходить. А, ну там можно будет выпустить, проехать внутрь. То есть тот плекс надо последним просто брать, и тогда все. Тогда проблемы нет. Текс. Текс, текс. А вот здесь. Вот здесь я вижу определенные проблемы. Ну, не сказать, чтобы очень большие, но такие. Хотя нет, довольно большие, вы знаете. Что-то мне вот это начинает не нравиться. 1, 2, 3. Черт, ты упал туда. Блин, ну... Такой фейл просто глупый.
Сейчас просто туда поедем сразу. Здесь. Ой. Ну ладно, не важно. Хотя нет, важно, он же здесь стоял, да? Для симуляции он важен. Надо, чтобы он там стоял. Даже вот туда запихнем. Так, как я тут делал до этого? Явно не так, блин. Так, надо одну клеточку делать. Окей. Одну так одну, не проблема. Блин. Что за крабство, а? Ну что такое? Так, вот здесь делаем. Так. Так, один, два, три, рекс. Все так надо сделать. Так, один, два, там дальше куча плексу, да? Здесь они прям через один надо, да? Ой. Короче, надо, знаете, как делать? Надо сделать вот так. И вот так. Так, а здесь сколько себя поместится? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, по-моему, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 помещается. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 11 закроет проход. Но. Можно обмануть систему. Только сейчас я немножко... Ах, тебя нет, нормально. Вот так можно сделать. Текс, что у нас там дальше? Так, я заезжаю. И путь назад закрыт. Я замурован. Не впервой. Так, а там... Блин, а там не тупик. Так.
Что-то тут непонятное. Блин, там еще ножницы какие-то. Ё-моё, еще 59 плексов, оказывается, надо собрать. Что так много? Вот так. Вот так. Итак. Этот я, возможно, зря. Надо было сверху сначала съесть. Кто же знал? Злый день. Чё это ему не подсказывает-то? Пусть подсказывает. Так, а... Сначала мы сделаем вот так, теперь пусть падает. Так, тут как? Как-нибудь вот так, допустим. Так, тут вот эти камушки вот падают, да? Давайте мы вот сюда. А причем дискетка? У меня все учтено. А там я и без тот момент и без дискеток пройду нормально. Тот момент меня не пугает. Так, одна сюда еще лезет. Меня тут другие моменты пугают. А тот не пугает. Так. Так, суп ко мне. 1, 2, 3, да? То есть 1, 2, 3, сюда плекс падает, сюда камень. А, стоп, там еще 2 камня падают сверху, да? 1, 2, 3, сюда плекс, сюда камень и сверху камень можно скинуть. Нормально. Но я вообще начало-то все равно пропустил, так что я пока так разведываю, так сказать. И вот что-то вот мне не очень нравится вот этот момент. Ага, то есть там вот последний плекс, да? Вот именно туда его надо было запихнуть, конечно. Я понимаю, да. По-другому никак, конечно. За 5 ножниц надо было его поставить в конце. Иначе это слишком легко и неинтересно. Тут я в любом случае запорол, потому что вот это вот уже не достать. В принципе, дальше можно разрулить, только надо подумать, что с ножницами придумать.
Приезжай, брат, я за тобой. Ножницами там подкрывать? Ну, кстати, вообще да. Дико интересно. Ё-моё, что тут творится. Так, а как там ножницами открыть? Сейчас, пацаны, уедут все отсюда. А, нет, я вот здесь налево уже не проеду, в любом случае. В принципе, понятно. Я думаю, пройдем. Кто-то мне вроде писал, что уровень 95 это прям вообще что-то нереальное. Мне кажется, это вполне реально. Главное не спешить, как всегда. Ой. Да ладно, сейчас нормально, пройдем с этими ножницами возиться. Пусть покатаются, порезвятся. Вот это оставим так. Вот здесь главное не запороть. Так, ну, можно здесь пройти, в принципе. Разницы нет. Так, и вот здесь начинаем с самого краешка. Так, теперь вот с этим. Текс. Пока все по плану. Так, вот здесь теперь надо, главное, разобрать все. Шикарно просто разобрал. Красавчик, молодец. Конечно, попасть в дырочку, это же так тяжело, блин. Там же стрелочку вправо надо вовремя нажать. И каждый может.
Привет, Пикатрон 3. Да, не, ну клавиатуру я пока не бил, но вот. Но вот стол. Стол бывает. Триста восемьдесят шестой, да. Ну и 486. Я, по-моему, на 486 не играл. У меня был тогда крутой компьютер. Не то, что сейчас. Спасибо за плюс. Так, 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 так. Аккуратненько, аккуратненько. Можно или... Нет, это не будем трогать. Так, опять аккуратно. Так. Теперь, теперь, теперь. Теперь вот так. Так, хорошо встали. Все, скушал. Отлично. Как-то я тут справа. Сейчас вот отсюда надо посмотреть. Не, кстати, если два камня сюда встанут, тут нехорошо. А, хотя нет, почему? Там можно... Блин, как я это кушал? Я не помню. Через пробел, что ли? Можно, конечно, рискнуть через пробел. Ну так вообще два камня станут сюда. Если мы направо поедем. Так, это можно откатить сюда, это да. Не, можно не рисковать. Там и так разбирается нормально. Да. Так, так. Нижний. Слушай, да, кстати, хорошая идея. Почему-то она мне в голову не приходила. Я даже затрудняюсь ответить, почему. Как так получилось? Ну вот, бывает. Ну, я надеюсь, нам больше уже не потребуется перепрохождение. Так, подожди, вот здесь надо только подумать. Так, 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 так. Тем сюда отодвинем. Тебя сюда.
Хотя уже можно не трогать. Так. Здесь я помню, я наверх начал пушить. В тот раз. Угу. Так, что у нас тут? Можно кушать. Потом можно вот так кушать, потом вот так. Теперь вот так. А вот это как можно скушать? Это можно. Так, скушать. Так, сверху там что-то. Можно так сделать. Можно так сделать. Тоже пока не опасно. Кушаем, кушаем. Так. Так, так, так. Давайте вот это уроним. Ножницы ждут. Да, они там резвятся. В ожидании меня. Так, 1, 2, 3, 4, 5 упадет, да? Вот это 1, 2, 3. Здесь бубье мое, я походу запорол. Нет, даже 4, 5. Нет, справа можно будет притащить камень. Точно, 1, 2, 3, плекс, 4, 5. Да, один камень можно будет притащить. Так, 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 так. Давайте вот это уроним. Это скушаем. Это скушаем. Так, тут можно просто вот так все скушать. Можно так скушать. Вот это можно так скушать. Это можно так скушать. Так, один остался, да? Да, давайте его сюда просто пнем. Готово, в принципе. Так, главное, проход назад. Кстати, еще два плекса. Стоп, два плекса, там один. А, один еще в самом начале, все правильно, да, два. Так, как мы обратно едем? Где у нас дорога? Вот здесь. А, нет, вот здесь можно и налево, да? Ага. Еще, знаете, что я бы хотел? Думаю, чтобы ножницы туда не пускать. Как бы тут завалить-то? Так, если я камень туда скину, он там заблокирует проход. А дальше я еду сюда. Один, два, три, четыре камня падают. Один, два, три. Да, они замуровывают проход. Угу. Так, сейчас главное не завтыкать, конечно, ничего. Блин, не замуровали. Как-то они не замуровали. Должны были. Просто я вот этот камень потом сверху откачу и открою себе проход. Просто чтобы ножниц внутри не было, потому что там долго ждать, пока не выезжать будут. Во, все, другое дело. Так, здесь один проход остается, да? Здесь все проедим, чтобы они мне тут... Ну, вот так оставим. Так, хорошо. Хорошо, да не очень. Там все-таки ножницы. С ними шутки плохи. Это проедаем, чтобы они здесь побольше тупили. Ох.
Ждем. Блин, ну вы что, издеваетесь, что ли? Ёкала мана. Еще зацикливаться они тут собираются, понимаешь ли. Так. Здесь у нас проход, да? Да-да, без сейвов. Никаких сейвов. Не, не знаю, может быть, досбоксы поддерживают сейвы на самом деле? Даже вот так сделаем. Так. Секунду, я паузу поставлю и подумаю, как здесь сделать грамотно. Покатятся три камня сверху, потом плекс, потом еще один камень. Один, два. Третий камень, плекс, потом еще камень. То есть один, один, два, третий камень, плекс. Окей, я подумал. Все, изи каточка. Кто-то мне там говорил, что 95 уровень прям вообще. Уху-ху, 95. О, 95 уровень, да это все. Да, ничего подобного. Меня так просто не проймешь.